Після презентації промислового туризму Кривбасу на двох міжнародних виставках у Києві та Львові було вирішено провести у Кривому Розі ярмарок екскурсії. Среди участников были бывшие криворожане, встречались криворожане, которые здесь живут. И получается, что не все жители Кривого Рога все-таки знают о развитии, о промышленном туризме. И вот возникла идея, а давайте-ка мы проведем подобие вот такой выставки, попробуем, будет ли это интересно криворожанам.